В эфире Тюменская служба новостей. В студии Анна Сергеева. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу о главных событиях к этому часу. Хозяйку нелегального пансионата в поселке Боровском будут судить по 4 статьям. Генеральная прокуратура утвердила обвинение. Женщине вменяют незаконное предпринимательство, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинение смерти, уничтожение имущества по неосторожности. Напомню, в своем доме обвиняемая незаконно организовала пансионат для престарелых. Доход составил...